Меня зовут Питер. Мой полное имя на самом деле Питер Антон Йохан ван дер Волф. А по-русски просто Петр Волков. Я приехал на Сахалин в сентябре 2003 года. Это мой 16-й год на остров. Я очень люблю Сахалин. Остров довольно большой и имеет множество ландшафтов с уникальными видами животных. Особенно мне нравится бухта Тихая с ее крутыми скалами, а также Петунский залив на севере с орлами белоплечьями, бурым медведем и серыми китами. Жизнь на таком прекрасном острове заставляет осознать тот факт, что красота может быть испорчена. Я живу в Христофоровке, небольшой поселок недалеко от города Южно-Сахалинска. Я живу в маленькой даче в южной части деревни. В доме 3 комнаты. Я живу здесь с моим кошкой и двумя собаками. На участок есть конюшня с 13 лошадьми и орлом Киро, но она временный гость. Я специалист по экологии и работаю в области реабилитации дикой природы. Эта работа может варьироваться от реагирования на разлив нефть или обработка и выпуска хищных птиц до спасения запутанных или застревающих морских млекопитающих. Я также являюсь частью команды, которая изучает распространение и поведение серых китов на северо-восточном побережье Сахалина. Мне очень нравится работать с серыми китами, а особенно с фотоидентификацией. Удивительно имеет возможность изучать серых китов на своем пути от Сахалина до места их рождения в Нижней Калифорнии в Мексике. Вместе с небольшой группой друзей, на всего 8 человек, мы заботимся о наших лошадях. Некоторые из них были спасены после того, как были ранены или больны и источнены. Первый раз, когда я помог в спасении белоплечного орла, был в Южно-Сахалинском зоопарке 2003 года. С помощью спонсоров мне удалось построить небольшой вольер для карантина. Зоопарк использует этот вольер почти 15 лет. Работать с орлами увлекательно. Они очень умные и очень интересно наблюдать и изучать их поведение. Работа здесь с лошадьми, собаками и орлами, и полевая работа с китами очень интересна, но иногда действительно приятно делать что-то еще. Я люблю играть на пиано, когда я один. Я сижу и играю часами. Я не очень хорошо играю, но для меня это идеальный способ отпустить вещи.